Феликс меня тут пародирует. Я говорю, всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены» со своим любимым мужем. You my любимый? Посмотрели новости и решили, все, солнце идет. Решили выехать. Сегодня Америка празднует What celebrate today? Как называется? Феликс, который Патрикс Дэй, как это по-другому? Вот. Короче, Патрикс Дэй будет 17 марта. Ура, здесь нет солнца. Здесь not too big. Мы подъехали к Dunkin' Donuts. 17 марта будет среда, да, Wednesday. Будет Патрик Дэй, но парад нельзя будет провести. И поэтому есть традиция, блин, только шум. И поэтому... Сейчас я куда нажимаю? Да, вот, теперь нажала правильно. Есть традиция по субботам, называется Saint Patrick's Day. Saint Patrick's Day. То есть по субботам проводится в канун, ну, перед Патрикс Дэй парад. На улице минус 12. Почему мы с Феликсом не решались поехать? Потому что очень холодно. Да? Very cold. Мы даже с Феликсом заехали в Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts? Donuts? Как правильно сказать? Donuts. Dunkin' Donuts. Вот. Взять завтрак с собой, то есть мы сегодня не поедем никуда на завтрак, мы сейчас купим большой стакан кофе тети Тани, да? Вот, смотри, смотри, даже внутри, не видно? Патрик, да, там этот, уже декорации везде. Феликс у нас вот культурный, одел зелененькую рубашечку. Я говорю, ты все равно ее никому не покажешь, то что холодно, но все равно. Молодец, Татьяна. Будет всем говорить, что у нее зеленый, на самом деле бирюзовый, но ну, ничего страшного. Вот. А мы поедем в даунтаун, если сможем попасть, хочу снять парад, потому что еще в новостях, почему про парад говорили, это радио меня перекрикивает. 2 года не было парада из-за пандемии. 2 года были все увеселительные мероприятия закрыты. В этом году открылись, и так как американцы у нас отчаянные, им пофигу снег, они будут в шортах ходить. Я думаю, что этот будет много народу. Если сможем пробиться, короче, с ним буду снимать. Средний стакан кофе. И вот обычный бутерброд с сыром и все. Круассан, мягкий хлеб. И мы решили ехать в даунтаун. А, мы еще взяли донатсы, 6 донатсов, чтобы домой привезти, может быть, чем захочется сладкого. Поехали в даунтаун, потому что туда надо заехать. Но мы сейчас едем, народу нету. Улицы пустые. Феликс говорит, может, из-за того, что бензин подорожал, у нас это народ поменьше стал ездить. И посмотрим. А, это как Элкорн тоже, да? А, у нас же как город создавался. Просто по мере роста Омахи районы начали входить в состав города. Это, знаете, у нас как раньше. Черниковка была где-то док отдельно в Уфе. А потом раз, это все Уфой стало. Вот здесь тоже мы в такой район заехали. Аж сами здесь ни разу не были. А, как ты сказал? Бест? Бест? Бенсон. А, Бенсон. Короче, район Бенсон. Бенсон Айскул, Бенсон Баннис. Бенсон Баннис, ага. Вот здесь очень старый район. Но аккуратно, смотри, здесь Пури Клинт. Очень старый, да, здесь. Здесь Даунтаун Клоуз. Да. Даунтаун Бенс. Вот так же, как Элкорн, да,
в Элкорне есть свой даунтаун, потому что раньше это было село Элкорн. Сейчас оно присоединилось к городу. Это своя пожарная fire company. Да? Вот это fire этот. Как называется fire? А, fire department. Видите, как выглядит этот пожарная станция, Вау, мне вот вообще вот эти дома так нравятся. Феликс, I like it, такой дизайн. Там внутри, конечно, пахнет все старьем, потому что старые дома, ну, они все начинают пахнуть бабушками, дедушками. Но они такие вообще классные, мне очень нравится. Такая Америка, мне нравится такая Америка. Только когда снаружи смотришь, хочется пожить. Внутрь зайдешь, уже не хочется. Очень мало места, все скрипит, все деревянное. Кстати, мы с Феликсом. Я вот все время говорю, мы с Феликсом. Я просто себя приписываю к нему. У нас то босс один. Я просто иногда там, может, что-то могу на ушко пошептать. Я лишь шея. Все, я ничего не решаю в нашем доме. У нас все голова решает. Так что... Птичка наша захотела в путешествие поехать, в маленькое, потому что все-таки сейчас рабочий процесс, особо никуда не уедешь. Резко срываемся, на следующей неделе на 3 дня куда-нибудь уедем, недалеко, чтобы на машине. Мы любим на машине ездить. Мы приехали в начало, это, считай, центр города практически. Видите, он какой весь в упадке. Прикольно вообще. Ну, сейчас мы приедем уже в фэнси районы. Вон, вдалеке уже высотки пошли. А парад на какой улице будет? На 14-й? 17. Мы на 24-й улице сейчас, а нам надо на 17-ю добраться. Кстати, вот здесь же сразу, вот буквально начинается... Здесь, по-моему, Крейгстон, да, Клоуз Стейвен там он. Здесь начинается самый... высокорейтинговый университет в Небраске, это вообще топ, а в Америке он тоже занимает ведущие позиции, это Крейгстон. Крейгстон, я правильно говорю? Крейтон. Но он очень дорогой, знаешь, там тоже не поступишь, там not cheap. Это very expensive university, yeah? Вот, смотрите, какой красивый район. Мы сейчас уже только въезжаем. Irish. А? Только Irish можно. Irish. Слушай, это же Irish праздник, да? Mm-hmm. Давай, скажи-ка, что ты знаешь про Patrick's Day? Everybody speaks green Irish. It's not true, it's orange. Irish is orange. Он говорит, все говорят, Patrick's Day традиционный зеленый цвет, но в реальности Patrick's Day... традиционный оранжевый цвет. Вот народ собирается уже, целой семьей идут. Так, здесь парад подходит. О, здесь прям с Ирландии приехал к нам дяденька. В наши -12. Ходит с людьми, фотографируется, такой прикольный. Парад уже начинается, вот он начнется с перекрестка этой улицы. Народ собирается, очень холодно, уже полиция выстроилась. И вот по этой улице будет проходить еще 2 улицы вниз. Ребята с оркестра замерзли, тренируются. Через сколько, 5 минут еще, да? И уже начало. Все, начался парад. Парад начинается с их традиционной музыки. А, вон он. О, полицейский встал здесь. У нас защита.
Феликс сказал, что... О, еще! Так, я встану-ка на свое место. Здесь высоко стою, далеко гляжу. Феликс сказал, что он ни разу не был... А, вот они, эти собаки! Думаю, что эти за агли собаки, блин? Вы видели? Я их обязательно покажу. Ну, волки какие-то. О! Бедная лошадь. Отмывать потом. Блин, это надо видеть. Так, детям раздают бусы. Это этот. Наша церковь. С нашей церкви. Вау! Я даже не знала. Там тоже кто-то идет. О-о-о! Конфеты кидают, да? Ага. Ну, Феликс сказал, что он впервые в Омахе на таком параде. Вот. А вообще, конечно же, в Чикаго. Я кусочком была свидетелем 4 года назад этого парада. Там, конечно, масштабно проводится это мероприятие. Обязательно покажу вам. Там река окрашивается. Более-более прикольно. Кто это? Подожди, Грин, это же не government woman? Мэр города, блин. Я думаю, что мне ее лицо знакомо? Мэр города. Вау. Very respect. Вот еще одни, ага, еще одни ирландские традиции идут. Четко, да, вот их традиционные. Очень холодно, у меня рука замерзает. Кстати, это ирландский праздник. Я сегодня почитала в интернете. Вообще зеленый цвет приурочен к тому, что в Ирландии вечно зеленая трава. И поэтому зеленый цвет выбран. А также лепрекон. Лепрекон, оказывается, он просто уже был намного позже выдуман из рекламных соображений. Полицейский тут всех разгоняет. Из рекламных соображений. В истории лепрекона никакого не было. Это раз. А во-вторых, вот этот трилистник, он имеет прямое значение, оказывается. Этот Патрик же это... Он раньше молодой человек, который был в рабстве, который потом вырос, который отучился на... принял христианство и отучился на пастора или на какого-то священнослужителя. И он язычников и... В Ирландии язычников, да? По-моему. Он... Короче, их к Богу всех перенаправлял. Обращал их в веру.
И вот этот релистник был прямым примером свидетельств того, что... Короче, каких-то священных писаний. Наша местная дружина. Вот. Каким образом праздник пришел в США, это все связано с тем, что, в принципе, и знаете о том, что и в России этот праздник пришел, потому что День Святого Патрика, он отмечается в день гибели этого Патрика. А в России это Патрикий, Патрикий, уже переведено. Ага, блин. Уже переведено, и отмечается, ну, по-моему, 30 апреля. А у нас... Ага, а у нас... Ага, Фурико. А у нас отмечается 17 марта, но в субботу пораньше, я уже объясняла. А Патрик, Святой Патрик, считается освободителем людей. Освободил и обратил к вере. Короче, это такой, знаете, своеобразный христианский праздник, типа. Типа, кстати, отмечается очень во многих странах мира, и вот в Америке, в том числе, как и в России, он был просто привит. Старая-старая машина. Это надо видеть. Very cool. Ой, прям звезды Голливуда, блядь, здесь ездят. В минус 12. Достаточно скромненько. В мире война. Поэтому здесь сильно-сильно прям не празднуют. Впервые за 2 года, кстати, отмечается Патрик Дэй. Отсюда пришли пожарные машины. Вот тут... Ой, боже мой. Здесь мужчина... Пожарный раздает конфеты. Вообще принято конфеты раздавать так же, как и на Хэллоуин. И наклейки всякие. Шум. Но мне нравятся люди, которые одеты. А, это оттуда что ли съехал? Ой, нифига себе, это... 11 сентября монумент из вот башни, которые упали оттуда, память. Блин, нифига себе. Вот это патриотизм. Опять скачут девчонки. Ну вот, местный парад подходит к концу. Смелые, свободные. Все здесь. Вау, молодцы. И мы сейчас с Феликсом отправимся. Патрик Дэй, с чем он ассоциируется? Он сказал, ассоциируется у меня со свободой.
Их обязательно, они еще в юбке, дресс, это надо понять, звездные люди в юбке, под шотландский манер, давай помахи, помахи, говорю, помаши ручкой, блин, это вообще прикольно, конечно, о, там этот, Супермен, ты видишь, Марвел, Ага. О, этот, как этот, вот этот вот, коричневый мастер Джишу или как? Мастер, вот этот халат у него. Нет, вот этот коричневый, браун. Мастер Джоду. Что такое, короче? Привидение.